разучился начинать стримы не с каких-нибудь дегротских. Поэтому просто всем привет. Но ты все равно с них начал, так что норм. Но я для приличия сначала сказал что-то членораздельное, а потом уже понеслась. Начинаем колдовать. Посмотрим. Через борта. Ну вот на самом деле вот эта высадка, она довольно прикольно сделана. Правда, что-то вот сейчас мне музыки, например, не хватает, я слышу. Но здесь вот первые пару кадров — это натуральные спасти рядового Райана. Когда все мрут, расчлененка. Там чуваку уже видели, снесло башку. Сейчас еще покажут, как один без ноги скачет. Мне недостаточно расчлененки, которые мне показали. Бери Бангалоры к награждению! То есть мне бы хотелось, чтобы она была более шокирующей. Ну вот эта кровожадность твоя, знаменитая. Даже не знаю. Вот. Тебя этому и учили! Живо бери Бангалор! Блин, ты такой приличный сейчас. Это очень необычно, ладно. Это что такое? Ты фашист? Или нацист. Неважно, я для профилактики свернул ему шею. Не-не-не, дай я спрячусь за тебя, друг. Сейчас видите потрясающую сценку. Поскольку я говорил, что все мои напарники, они бессмертные, ну, которые по сюжету задействованы. Я тупо прятался за Рабиновичем, короче, 15 секунд перезаряжая свою ДМР-ку. И в него там из-под подмышки стрелял по противнику. Потрясающая игра. Люблю ее. Она абсолютно нетолерантная. Ты можешь использовать евреев в качестве щита. Потом еще... Ой, Зусман, прости меня, чувак. Здесь довольно красивые катсценки, вот которые пререндеренные. Но они вообще не про экшен. Они вот про раскрытие этой темы Brothers in Arms. Вот это вот... Братья главных героев, которые переживают вместе всю войну от начала и до конца, ну, от относительного начала. А тот экшон, который на движке игры, ну, в таких мини-катсценках, он довольно редкий. И ввиду... Прям вот очень сильно прости, просто комментарий, я не могу не прочитать. Я вот не могу понять, это главный герой карлик или Денис передвигается сидя. Я просто... И тут же мне пришло в голову, что типа как будто была охеренно, если бы главный герой был реально карликом. То есть как бы такое, типа, не знаю, это насколько чёрный, это толерантно, причём. Или наоборот нет, да, то есть, ну такое. Представляю последнюю мысль вот этих нацистов, которых мочит наш главный герой карлик-негр. Во времена Холокоста. Ой, граната! Ладно, Цусман, еще один! Цусман, сука! Вот на этом месте я залип еще, наверное, попыток на 15. А на этом уровне сложности нормально. Стоишь на месте, достреляешь. Там, короче, типа, опять же, фишка, которая не меняется с выхода самой первой части. Ты выходишь на вот эту, ну, вот этот участок локации, да, где тебе нужно обязательно уничтожить всех врагов. И там всегда есть, ну, вариант, типа, просто им в лицо стрелять, да, перед ними стоять. Естественно, на легкой сложности это проще простого. Но всегда есть, короче, вариант, типа, обойти где-то сбоку и зайти, ну, не в тыл, но с фланга точно, то есть... Нет здесь такого варианта. Да есть тут такой вариант. Вот то, где ты сейчас сидел, типа вот на этом открытом пространстве, там можно уйти влево. Нет. И обойти их сбоку. Но я это сделала вот полчаса назад, как перед стримом. Рыжего пидора ответ. Где? Подожди, вот я сейчас слева, посмотри, так. вот я все лево прошел. Так, вот подожди. Я сейчас иду по лево. Где ты тут их предлагаешь обходить? Куда ты здесь? Ты вот здесь тебе дырку пробила? У тебя другая игра. У тебя... Ну, пока все изменили, короче, на консоли можно. А, да, то есть это, наверное, эксклюзив, короче. Вот такая толерантность, значит, да, в игре? Отлично, хорошо, я все понял. Я хуй знает, как их, ну, блин, как ты их обошла, короче. Я просто уже давно играю в колду. Я сейчас даже клавиатуре поднесу, чтобы вы слышали, как я долблю, блядь, по F поебаной. Слушайте. Да, в этом плане там... Надо войти в укрытие!
Но мне еще понравилось, на самом деле, как себе вот этот Засман, он, Рабинович, в смысле, он в самом начале себе руку исполосовал. Когда вот эта, знаешь, сцена спичена из «Чужих», когда он ножом между пальцами тыкает, да, короче, я думал, мне показалось, но я записал, естественно, футаж, я пересмотрел. Он нож, он руку не поднимает, то есть он ножом, как нож сквозь масло проводит по руке себе, отрезая все пальцы подряд. Может, он это какой-нибудь, типа, инопланетянин. Ну, андроид. Мы же все знаем, кто он. А, ну да. Ну, блин, у андроида текло там, а тут вообще, наверное, какая-то супертехнология. Может, он Т-1000. Ну. Жулик еврейский. Вообще, конечно, когда вот я его несла, когда на русском языке, он прям, блин, чувак, я тебе не верю, что тебе хуёво. То есть он такой, мне как бы плохо, но нет. Я просто не хочу идти, понеси меня, пожалуйста. Ну, папа, можно за шею сейчас? Давай живее! Дэниелс! Он же все про баб, короче, французских там мечтал, может, вот... Помоги! Кто-нибудь, приведите сюда врача! Дэниелс, Дэниелс, я не хочу умирать девственником, помоги. Вот это, кстати, на самом деле, ну, нет, я, конечно, понимаю, там, типа, мы все такие живые существа, но... Не знаю, типа, блин, вот отстой, короче, не то, что мы там, типа, войну не выиграем, или я там, типа, скончаюсь там, а, блин, я просто девок в Париже не трахну. Ну ладно. Это... Покажи сиськи! Сиськи! Михалков гений! Все сказал! Он знал все. Вот по каким секретным документам это было сделано. Ну вот, начался стандартный тир, чтоб все понимали, если кто-то здесь не играет в колду, чем отличается высокий уровень сложности от низкого? На низком я могу сделать вот так вот и идти всех убивать. Вот сейчас, видите, что я делаю? На высоком в меня уже прилетело столько патронов, что я был бы уже мертвый. Уже вот в этот момент. Потому что там игра превращается на высоком вот в такой вот. Ты высунулся, стрельнул, спрятался. Перезарядился, окей. Ты опять высунулся. Черт, я своего убил. Газ, погнали. Как ехать в Марини? По этой дороге, следующая деревня. Это потрясающий вопрос, который нужен для сюжета, но он так смешно звучит в реалиях Call of Duty. Садится в тачку мой герой, говорит, как ехать до Марини? Он говорит, по этой дороге, ближайшая деревня. Да-да-да-да. Как будто у нас есть выбор, куда ехать и по какой дороге. Посмотрим пролог. Давайте посмотрим, почему у меня, блин, внезапно все управление перешло на мой геймпад от Xbox. Господи, Денис, ты такой нелепый сейчас. Ну, у меня сейчас значки просто с А, с X, с геймпада. Я вижу, да, но... Короче, что такое зомби-режим? Это когда ты кооперируешься со своими друзьями, у вас может быть 4 человека, и каждый из вас играет вот как раз за одного из героев, да, которые обычно их, типа, актеры, приглашают актеров на эти роли. А, так, в отличие от сигла самой Call of Duty, там каких-то уборщиков набрали, нахер, из офиса Sledgehammer Games. Отлично. Нет, мне интересно, одна анимация будет на убийство всех зомби в этой игре? Да, походу, одна. Ну, заебись, чё. Посмотри сейчас в стриме. По-моему, это шик. А ты, типа, все время одну и ту же кнопку нажимаешь, да? Там нет вариантов. А, блин, у меня чё, курков много, что ли, на контроллере от Xbox? У меня он один. Ну, как бы их два, но одним я целюсь, а вторым бью. Так, ну давайте откроем наш ноутбук и посмотрим объекты, блядь. Зажми кнопку X секунд на 10, и геймпад выключится. Да? Ну, я думаю, это логично, когда ты включаешь какой-то кнопкой геймпад, ты можешь на эту же кнопку выключить, обычно просто зажав день. Не, блядь, я... Проблема в том, что я, когда его купил, я пробовал, и потом, когда я попробовал, у меня не получилось его выключить, я пошел на форум, и там мне написали, что... Ну, не мне, а там кто-то написал, что он выключается сам спустя какое-то время. Окей, я зажимаю X. А, во, у меня вылезла менюшка. Xbox. Трансляция, настройки. А, слушай, правда выключилась. Магия! Но клавиатура не включилась. То есть я сейчас...
Я сейчас жамкаю по клавишам, и ни хера не происходит, даже эскейп не жмется. А мышка? Нет. Нифига. Окей, возвращаемся к Xbox. Окей. Потрясающие приключения. Ну, по крайней мере, видишь, мы зашли в зомби-режим, и ты научился выключать собственный геймпад. Да. Тоже как бы просит нормально. И теперь он не может подключиться обратно. Да Ну чё, ребят, с вами был потрясающий 15-фпсовый стрим на stopgame.ru по игре Call of Duty VVII. С вами были Денис Карамышев и Александра Кост. Кост. А пока что всем пока.